Эпидситуация в регионе из первых уст. Какую оценку эксперты дают обстановке в Гомельской области и готовности медучреждений к возможным угрозам? Обстановка, в принципе, оценивается с уровня управления здравоохранения, с уровня госнадзора как контролируемая и управляемая. По организациям здравоохранения, в принципе, на сегодняшний день, как и по учреждению госнадзора, все мы работаем в режиме повышенной готовности. А значит, уже заранее были проведены, значит, перепрофилирование и были продуманы возможные развертывания коник в случае необходимости при различных ситуациях. Значит, прорезервированы наличие средств индивидуальной защиты, лекарств, оборудования, Д-средств. Значит, решены вопросы информации дополнительной получения. Что касается госнадзора, то на сегодняшний день основные усилия направлены, в частности, в Гомельской области, это на вопросы контроля на внешней границе нашего государства, значит, взаимодействие с другими областями по информации тех людей, которые прибывают к нам в страну. Перестроиться пришлось всем без исключения. Отраслям, сферам и организациям. Усиление дезинфекционного режима, проведение текущих уборок с дезинфектантами, оборудованию с антисептиками, средствами, дозирующими устройствами для того, чтобы особенно в местах большого скопления людей, это общественные места, это вокзалы, железнодорожные узлы, значит, где значительный поток пассажиров, можно было проводить и антисептику, но еще раз подчеркиваю, вопросы дезинфекции. По организациям образования тоже даны рекомендации, значит, усилены фильтры при приеме детей утренние, значит, тоже увеличено время пребывания на свежем воздухе, изменены режимы проветривания и режимы проведения уборок. Один из наиболее распространенных вопросов на горячей линии медучреждений – как и где можно сдать тест на коронавирус? Первое. Всем ли этот тест действительно необходим? Второе. В каких случаях его действительно делают в Гомельской области? Обследование проводится в нескольких лабораториях республики. Главное учреждение находится в Минске. Это Республиканский центр микробиологии и эпидемиологии. Значит, в Гомельской области такие исследования тоже производятся, но на сегодняшний день обследованию подлежат только те лица, у которых заподозрен возможный случай коронавирусной инфекции. На сегодняшний день подлежат обследованию те люди, которые вернулись из неблагополучных стран. Этот список утверждается Министерством здравоохранения. На сегодняшний день это 8 стран. Это и Италия, Испания, Германия, Польша, Чехия, Южная Корея, Иран. Значит, если человек возвращается из этой страны, значит, и у него появляются клинические проявления, то он подлежит обследованию на коронавирус. Сплошного обследования на сегодняшний день не предусмотрено. То есть просто человек прийти на сегодняшний день и обследоваться, таких показаний нет. Мы работаем в первую очередь на выявление возможных рисков, связанных с определением возможности заноса вируса с определенных стран к нам, на нашу территорию. Как медики оценивают сегодня состояние первого зараженного коронавирусом жителя Гомельской области? Заболевание у пациента протекало в легкой форме, и на сегодняшний день он, в принципе, готовится к выписке. На неделе санслужба объявила о втором случае коронавируса в Беларуси. Я про жительницу Жидковичского района. Буквально через несколько дней пришла официальная информация о том, что это не COVID-19. Как объяснить ситуацию и почему для экспертов она не выглядит парадоксальной? Я хочу сказать, что мероприятия начинают проводиться при регистрации вероятного случая. Вероятный случай это... Если есть показания, значит, медики начинают работать, но для того, чтобы окончательно определить, есть ли там РНК вируса, значит, необходимы подтверждающие тесты. На это нужно время. Ну и система тестирования, она многоступенчатая. Сначала самый простой, что-то вроде экспресс-теста, потом более реальный к жизни, но требующий большего времени. Все верно? Да, верно. И для того, чтобы получить объективную информацию, тестирование проводится на различных тест-системах. То есть, если на одной этой системе получилось подтверждение или там какой-то сомнительный результат, значит, идет подтверждение дальше. Ну, в этом данном случае, значит, подтверждение проходило некоторое время, но на сегодняшний день я уже сказал, что мы работаем в режиме повышенной готовности, и проведение мероприятия начинается при подозрении и регистрации вероятного, подчеркиваю, вероятного случая. Поэтому в данной ситуации были проведены мероприятия,
Значит, вероятный случай, пациент был госпитализирован, были выявлены ближайшие контакты, значит, за ними установлено медицинское наблюдение, они были также обследованы, значит, ну, после подтверждения уже на других-то системах о том, что данные РНК вируса не обнаружено, соответственно, диагноз был отменен. 25 марта в обществе заговорили о том, что в Гомеле плюс 2 новых случая коронавируса. Как эксперты оценивают состояние пациента, которые вернулись недавно из Лондона и Парижа? Наверное, здесь немножко информация была искажена. Понятно, что если приезжает скорая, это можно снять и вывесить все это в социальные сети, это можно по-разному интерпретировать. В данной ситуации могу сказать, что вероятный случай был заподозрен у одного человека, пациента, который вернулся из-за рубежа. Этот пациент был госпитализирован, проведено лабораторное обследование, и также были проведены мероприятия, в ближайшем круге появлению так называемых первого уровня контакта и второго уровня. На сегодняшний день пациент госпитализирован в инфекционную больницу. Состояние его оценивается средней тяжести, и ничто его жизни не угрожает. То есть проводится необходимое, он получает необходимое лечение, и, соответственно, будет находиться под наблюдением медиков. По второму случаю была информация о том, что этот человек находился в контакте с заболевшим. В соответствии с правилами, которые существуют, он подлежал изоляции для проведения лабораторного исследования. После проведения лабораторного исследования, результат был отрицательный, поэтому диагноз у данного пациента не коронавирусная инфекция, а просто респираторная инфекция. По понятным причинам сегодня в обществе немало опасений по поводу тех, кто только что возвращается на родину из зарубежья. По какой схеме работают специалисты и сможем ли мы обеспечить безопасность в этом плане? Система работы с лицами, которые возвращаются из зарубежа, она, в принципе, определяется Министерством здравоохранения. На сегодняшний день алгоритм выглядит следующим образом. Все лица, граждане, которые возвращаются из-за рубежа, вне зависимости, относится ли эта страна к странам с распространением коронавирусной инфекции, я уже говорил, что таких на сегодняшний день 8, я еще потом их назову, они подлежат самоизоляции на дому. Эта мера, в принципе, на сегодняшний день используется во всех странах. Она позволяет человеку комфортно быть у себя дома, иметь досуг и, соответственно, в случае, если какие-то случаются осложнения со здоровьем, оперативно повестить медика для того, чтобы можно было медикам решить, что делать с данным человеком. Это касается всех. Отдельно идут те страны, в которые на сегодняшний день регистрируется коронавирусная инфекция, и в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения страны относятся к страну, где высокое распространение коронавирусной инфекции. Я их уже называл, еще раз повторюсь. Это Италия, Испания, Германия, Польша, Чехия, Южная Корея, Иран. Эти страны на сегодняшний день, если человек из них возвращается, при пересечении границы, ему вручается памятка о самоизоляции и вручается анкета. Человек предупреждается о том, что он в обязательном порядке должен находиться на самоизоляции, и за ним будет установлено медицинское наблюдение. Информация передается в территориальную организацию здравоохранения, и в течение 14 дней он находится под медицинским наблюдением. Если у данного человека, именно тех, кто вернулся из неблагополучных стран, появляются катаральные симптомы, температура, кашель, одышка, то такой в данной ситуации, на сегодняшний день в соответствии с документом Министерства здравоохранения, человек подлежит госпитализации в инфекционную больницу для проведения лабораторного исследования и медицинского наблюдения. Что касается граждан, которые приезжают из России, то здесь бы я хотел обратить внимание, что они обязаны на сегодняшний день, выходит постановление Совета министров, они также будут находиться на изоляции, но без медицинского наблюдения. В то же время они должны оповестить медицинское учреждение, в случае, если какие-то проблемы у них, я уже говорил, возникли со здоровьем в плане катаральных явлений, высокой температуры, кашля, о том, что они прибыли из России, и, они также будут подлежать уже медицинскому наблюдению, и будет решаться вопрос о дальнейших обследованиях и госпитализации. И в завершение, Ярослав Николаевич, мы видим, что сегодня в РАС повлиять на
пандемию коронавируса не в силах ни одному государству. И все-таки, что в этой связи прямо сейчас может сделать каждый для личной безопасности и заботы о здоровье своих близких? Ну, первое, это я тоже обращаюсь ко всем, кто возвращается на сегодняшний день на родину, то, что мы говорили, особенно из неблагополучных стран, это самоизоляция. Для того, чтобы защитить свое здоровье, защитить здоровье своих близких и родных, значит, и если вдруг человек заболеет, для того, чтобы минимизировать риск передачи окружающим. Второе, это, в принципе, простые вещи, которые на сегодняшний день надо соблюдать. Значит, это, как мы называем, ну, правило чистых рук, потому что доказано, что вирус передается при касании грязными руками слизистых оболочек. Это глаз, значит, губ, носа. Поэтому мытье рук и вопросы антисептики, вот, которые устанавливаются, они, в принципе, предусмотрены в первую очередь для того, чтобы человек мог, даже если нет условий для воды или мыла, просто обработать руки антисептиком с тем, чтобы не было такого контактного заражения. Второй момент – это респираторный этикет. Если человек чихает, кашляет, у него какие-то расстройства, то надо в обязательном порядке носовым платком, салфеткой прикрывать рот для того, чтобы максимально защитить окружающих. А значит, ну, если человек больной, то, конечно, рекомендуется на сегодняшний день одевать и носить маску. Следующий момент – это соблюдение расстояния. То есть, в принципе, на сегодня говорится о том, что 1,5 метра – это то расстояние, которое позволит, значит, предотвратить передачу вируса при близком контакте. И следующий момент, это, в принципе, я уже еще раз обращаю внимание, что если проблемы со здоровьем возникают, температура высокая, кашель, значит, насморк, то не стоит ходить в поликлинику, значит, необходимо вызвать медиков на дом. Значит, если это человек вернулся из-за рубежа, соответственно, обязательно в порядке предупредить, значит, для того, чтобы можно было в дальнейшем решить вопрос, значит, о его лечении, либо госпитализации, либо лечении на дому. Спасибо большое. Пожелаем всем нам здоровья. Ярослав Николаевич, благодарю за это интервью. Успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо.